Опережают сроки. Новое дорожное полотно уже появилось на 7 улицах. Еще на 2 ремонтные работы подходят к концу. Напомню, на реконструкцию дорог города из областного бюджета в этом году выделено 99 миллионов рублей. Еще 1 миллион на контроль качества работ. По большей части работы ведутся вечернее и ночное время, чтобы не мешать автотранспорту. Отремонтированную дорогу на улице Мясницкой осмотрел Олег Грищенко. Присоединилась к нему и наша съемочная группа. А карманов сколько здесь сделали по всему участку? Здесь немного карманов сделали, но там, где можно. Вместе с новым асфальтом на улице Мясницкой появились и парковочные карманы. Правда, из-за ширины тротуара дополнительных мест получилось не так много, как хотелось бы. Там же, где пешеходная зона узкая, считает Олег Грищенко, необходимо разбить клумбы и сделать газон. У нас там кусок соединяется. Да. Я вчера приезжал, обратил внимание, еще не было сделано. Сегодня доходит основную до конца. Ремонт улицы Мясницкой проходит в несколько этапов. Новый участок дороги почти 1,5 километра присоединили к сделанному в прошлом году. Поскольку Мясницкая одна из важных транспортных артерий города, требования к дорожному полотну здесь серьезные. То качество, которое мы уже в городе Саратове не первый год применяем, это ЩМА. Оно себя зарекомендовало очень хорошо. Хорошо очень держит температурный режим и все виды нагрузок. Вот, поэтому, я думаю, эта дорога долго простоит. Она практически уже завершена, день-два, как обычно, делается разметка, благоустроятся, значит, пешеходные дорожки, и, в общем-то, дорога будет здесь отличная, как и для пешеходов, так и для автотранспорта. Новое дорожное покрытие появилось в этом году еще на 8 улицах. Практически на всех объектах работы уже подошли к концу. Незаконченными остались лишь участки улиц Вторая Прокатная и Лесная Республика. Конечно, это лишь малая часть городских дорог, которые нуждаются в ремонте. Но в условиях ограниченного бюджета больше отремонтировать городская власть не в силах. Дело в том, что транспортный налог, который можно направить на ремонт дорог, переведен в областное ведомство, а бюджет городской власти ограничен. Насколько нам сегодня выделяют денежные средства городу, настолько, в общем-то, мы и работаем. Работы проводим качественно. Та организация, которая нам делает асфальтно-бетонные работы, себя зарекомендовала хорошо. Мы не первый год с ней работаем, поэтому нас качество устраивает. Как и в предыдущие годы, городская власть предъявляет строгие требования к качеству ремонтных работ. Независимый строительный контроль ведется на всех стадиях. Однако, если к качеству дорог будут нарекания, то подрядчик устранит их за свой счет. Но специалисты уверены, что новые дороги прослужат долгий срок. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.